Тут на голубятне крыша прохудилась. Слазил я оттуда и думаю, а что буду? Володя показывает, где коса? Он говорит, вот я говорю, я поговорю тут, как бы с косой, она очень острая будет. Взял, натащил, в руки подал, говорю, прошу. И Володя сразу прошел и вот это место прошел. А теперь вот он наверху. Вот и ребятишки борются с комарами. Ой. Как делать петлю, чтобы поднимать груз наверх? Ну вот зацепляй за это, и все, петлей. Можно снизу крышечку, чтобы точно не петлей-то знаешь, как делать? Да. Ну так делай. Сейчас что ты делаешь? Петлю. Ну делай, делай. Что-то ты наматываешь и думаешь, что ты ничего не делаешь. Просто так балуешься. Куда намотал? Ваня, тут один узел только надо. Отпусти. На, покажи ребятишек. Ну, судьбу не знаю. Все, вот начинают мотать и делает вид. Что делаем? Вот смотри. Только обмотнули. Вот она, уже петля. Так я удавочную петлю все, делал. Все, уже одна петля. Теперь что делаем? Сцепляем за любую головашку. Все, наверх, пошел. По одной. Отойдите в сторону, чтобы банка по голове не съездила. А ну-ка, посмотрим. Вот она где. Понятно, там колесико такое есть. Так, сейчас вторую банку опять цепляю. Ставь там ее, отпускай веревочку, потом остальное туда. И все петлей. Я знаю, главное, крутится совсем непонятно что. Смотри. Ребята, вы можете с той стороны улицы смотреть. Идите отсюда, тут комаров много, вас заедят они. О, только, говорит, руки дай. Ноги дай. Все, хорошо затягивай только вокруг головы. Вот туда поднимите, а потом весь инструмент. И Володя там сейчас закроет, ты сам туда не лазь. Погода сырая, только что прошел дождь. Вот, вот сюда подойди, Коля, и посмотри оттуда, смотри, как голубятня живет. Вот там интересно у меня черный голубь и белая голубка. Кто-то их сова, видать, распугала. В одну ночь потерял 12 штук. Не закрыли дверки туда. Сейчас посмотрел, в эту же ночь погибло еще 6 штук, оказывается. Не 12, а 18 голубей. Считаю, парили яйца. Вот только сказал, уже все сделано. Как хорошо иметь друзей, братьев, сыновей, когда все по согласию. Это у нас жерди. Это будем делать первый мостик. Это у нас вот теплица самодельная. Это тележка, которую называют тачкой. Отцовская была во Фрунзе, оттуда привезли обратно. Ну, колеса. Смеялись, что отец брал с собой, а тут
Все это по делу. Я еще приехал, посмотрел на шарик, а такая физиономия у него, как будто постарел заметно. Ну и так понятно, что он уже, не знаю как, что, ну что-то такое чувство, что нет той как бы резвости. Комары едят. Это я залез на лестницу, едва держусь одной рукой здесь, через крышу. Показательно, голубятня Володя там работает, чтобы на уровне было видно. Он-то меня никак не может увидеть. Голову не повернет. Вот так. Подали ему инструмент, ребята. Он веревочкой поднял. Все. Это кто стучит? Это Никита делает душ с окошечками. С какой целью окошки он там наделал, вот эти окошки? Непонятно. Стучит с утра. Вот так, такая вот окрестность вокруг. Еще нельзя сделать, чтобы показать как следует. Руки трясутся. Как сколько интересного в деревне. В городе ничего этого нету. Просто забьется, в окно выглянул, во дворе люди стоят. Сегодня стоят, играют там, завтра. Интересуется тем, что его не касается. Здесь все касается тебя. Вот у них даже они сделали тут трава. И на траве сделали там, ну, землю насыпали, это куча из травы. И там растет что-то. Вот здесь это. Ничего не могу показать. Это видно Кузнецкая Галина Алексеевна в леске на машине. Я тебе про зубную щетку ничего не говорила. А там Никита. Оборвешься, все пропало. Ногти чистят, видать. Чему научается человек? Всему. Никита. Мы, стал бы, вкопали, прибили вверху, а теперь это он сам уже. Коля. Вот уже навертели сено. Это Ерема тут все делает. Еремия. Эти новое сено.